Теперь помогите себе сами. Вы такой упрямый, майор. Вы не можете принять поражение. Используйте свою левую руку. Поправится, сестра. Поправится. Паро, я выяснила правду. Какую правду, сестра? Дело в том, что матушка сделала. Я не могу поверить в это. И я не могу решить, сперва сказать брату или отцу. Я не понимаю, что делать. Никому не говори, сестра. Сначала нам надо собрать доказательства. Но как? Сестра, я уверена, что то блюдо с ладу дома. Да, я нашла его и спрятала в своей комнате. Значит, ты поддержишь меня, сестра. Мы должны разоблачить матушку. Тетя, вы двигаете поднос не в том направлении. О, боже! Что я наделала? Рудра в таком состоянии, вот я и не в себе. Я так ошибалась. У Рудры отнялась рука, и тут такое... Матушка, дайте мне это блюдо. Если вы так сильно волнуетесь.
Дядя, я провожу майора в комнату. Мне не нужна помощь. Я могу ходить. Но мне нужна поддержка. Вы говорите, что я то и дело падаю. Поддержите меня. Береги себя, сынок. Я скоро приготовлю тебе поесть. О, я совсем забыла. Теперь мне придется кормить тебя. Ведь твоя правая рука... Не отвечайте. Идемте. Я приготовил этот дал и рис специально для нашего Рудры. Ешь. Нет, тетя. Ты делаешь? То, что майор пьет или ест, сначала проверю я. Ты с ума сошла, Паро? Почему? Вы делали так для меня, когда я была в опасности. И тогда я не жаловалась. Дай ей. Это совсем другое. Вот именно. Мы ведь дома. Рудра в кругу своей семьи. Среди нас нет бандитов. Дом. Дом, в котором майора отравили. Что ты такое говоришь? Ты думаешь, что я отравила Рудре еду? Теперь довольна? Еда не отравлена. Я не сомневалась, тетя, в том, что тем же способом у майора жизнь уже не отнимут.
Хватит! Больше ни слова! Рудра принял тот яд по ошибке. Не надо теперь всех в этом обвинять! Не по ошибке, тетя. А намерение. Это было сделано с целью. И хорошо обдумано. Дочка, что ты говоришь? Простите, дядя, но это правда. Вчера, кроме ладу, майор ничего не ел. Лгунья! Как ты только смеешь говорить, что я подмешала яд в ладу? Я не называла вашего имени, тетя. Но хорошо, что вы сами признали. О боже, что здесь происходит? Эта глупая девчонка пытается посеять раздор между нами. Это просто безобразие. И все молчат? Тетя, она моя жена. Думай, что говоришь. Помните блюдо с молебна, тетя? То блюдо, на котором вы для меня приготовили ладу. Да, конечно. Они были приготовлены для молебна. Для молебна было 5 ладу. Только для меня. И еще вы хотели... чтобы майор сам накормил меня этими ладу. Да-да, и что? А что не так? Это сближает мужа и жену. Вы совершенно правы, тетя. Вы взяли немного, и это вам не навредило. Точно так же этот дал и рис вам не повредили. Пожалуйста, тетя. Возьмите один ладу с блюда, чтобы доказать всем свою невиновность. Эта девчонка смеет нести такую несусветную чепуху, и никто ее не остановит? Это не чепуха, тетя. И вы знаете, что ладу есть не станете. Потому что в нем я, который вы подмешали. Я взяла у вас железный порошок. Доктор сказал... Доктор сказал, что майора отравили железным порошком. И вы все это знаете. Замолчи сейчас же! Это никчемная негодяйка, которую мы приютили в нашем доме. Как она только смеет обвинять меня! Никто не ударит ее и не выбросит из этого дома, а? Тетя, я сказал вам. Думайте, что говорите. Если бы ты контролировал свою жену, она бы не зашла так далеко.
Если она не права, докажи это. Съешь ладу. Хватит. Довольно. Вот я и говорю. Хватит с меня этой чуши. Постой, Махини. И вы? Вы подозреваете? Не хочу думать об этом. Не хочу. Но ты должна доказать, что она лжет. Ешь. Махини, ешь, чтобы мои страхи развеялись. Докажи свою невиновность, чтобы я не думал. Докажи, что ты не травила Рудру, и хватит ссор. Ешь. Тетя, почему не едите? Боитесь? Хватит, прекрати. Чем ты это докажешь? Конечно, докажет. У нас невестка-шпион в доме. Она караулит меня 24 часа в сутки. Она ест с наших тарелок, но верна своей сестре. Она устроила заговор. Не так ли, невестка? Заговор за моей спиной. Паро, богатая принцесса, она тебя подкупила, да? О, конечно, ты хочешь мне отомстить за тот день. Ты пропадала всю ночь. А я тебя отругала, когда ты вернулась утром. Невестка, ты решила быть такой грубой? Ты хочешь так жестоко мне отомстить? Признайся, признайся, невестка! О, Боже, почему? Почему, Господь, ты послал мне таких невесток? Да. Сестра помогла мне. Не бойся, сестра. Скажи им. Скажи им, что ты нашла. Видишь, сестра ничего не знает. Эту историю она сама выдумала. Нет, брат Сумир. Парвати... Парвати права. Я могу это подтвердить.
Что ты говоришь, Митхали? Да, дядя. И не только это. Сестра еще может доказать, что комнату отца подожгла не я. Сестра нашла дупату, похожую на мою. Я уверена, что кто-то хотел подставить меня. Не смей. Я больше не потерплю. Что ты хочешь? Чтобы я съела этот ладу и доказала свою невиновность? Так и быть.